Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как сохранить фото в Инстаграм. Итак, для начала открываем Инстаграм. Затем выбираем фотографию, которую вы хотите сохранить. И нажимаем на закладку. Поздравляю, вы сохранили фотографию. Теперь вы можете ее найти в сохраненных. Вот и ваша фотография. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пишите свои вопросы в комментариях.